День знаний отмечали сегодня и в вузах города. Наша съемочная группа побывала в БГТУ имени Шухова. Алена Погорелова расскажет о студенческом празднике. Денис Нежура, по признанию мамы, инженер с пеленок. С детства любит возиться с конструкторами. Молодой человек выбрал специальность проектирования технических машин и оборудования. Благодаря упорной учебе и участию в конкурсах поступил на бюджетной основе. Волнение в свой первый день студенчества Денис не скрывает. Сегодня у меня шаг в новую жизнь, новое учебное заведение, новое знакомство, новые друзья, новые знания. Я думаю, что это будет очень главным шагом в моей жизни. Белгородский технологический университет в этом году принял 2500 первокурсников из 65 регионов страны. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Две трети из них будут учиться на бюджетной основе. Традиционно самыми популярными специальностями стали инженерные. Немаловажно, что в этом году технолог получил статус опорного университета в России. Я влюблен и в Белгород, и в наш университет. И я уверен, что те студенты, которые поступили к нам, никогда не пожалеют о том, что они будут выпускниками Шуховского университета. Я всех поздравляю с праздником Днем знаний. Желаю, чтобы все, что они задумают, чтобы все у них реализовалось. Отметим, что всего новый учебный год в БГТУ имени Шухова начнут около 22 тысяч студентов. Елена Погорелова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.